Нету места больше. Ой, я что-то понял. Стоп, стоп. Да господи, остановите эту красную его. Скотину. Да где он? Фак, это я. Это ты. Все. Вот он. Перезарядка. Где он? Перехват, перехват. Я не знаю. Ой, он меня убили. Какого хрена? Я его тоже убил. Это был человек. При бомбоксе такого дерьма не было. Самую глубокую жопу ада, которую только возможно найти. И я буду тыкать в тебя этим крестом до конца своих дней. А затем я стану бессмертным, чтобы я мог делать это вечно. Я буду дубасить тебя по твоему тупому лду этим чертовым крестом. Да. На этот раз коробка тебе не помогла. Где-то Мэн. Пока игра загружается. Эй, привет, с вами снова Волта. И да, у нас наконец-то VR-стрим. И мы потихоньку возвращаемся к VR-стримам и... Да. Сегодня у нас будет просто небольшой тихий стрим с Arizona Sunshine. But yeah, hello everyone, it's me, Волта. Ну да. Сегодня мы просто поиграем немного в Arizona Sunshine и просто расслабимся, постреляем зомбей и попроходим это дело. Честно говоря, мы проходим эту игру только ради того, чтобы мы могли наконец-то начать играть в Arizona Sunshine 2. Ди. В основном мы проходим эту штуку для второй части. Потому что вторая часть выходит... Ну как, вторая часть она у меня уже есть и... Она выглядит гораздо более многообещающей, в ней устранены многие проблемы, которые были в этой, в первой части. Ди. И плюс еще во второй части есть пёсель. Ди. Это тоже очень классно. Ну да, давайте, пожалуй, не будем откладывать. Мы уже какое-то время играли в Arizona Sunshine на стриме, но... Забросили это дело на долгое время, так что нам надо все-таки это продолжить и допройти. Ди. Окей. Дайте-ка я только проверю пару вещей. Да. Работает, все работает. Вау. Эй, Донг, hello there, thanks for the visit. Эй, Донг, спасибо за визит, крайне приятно тебя видеть. Окей. Let me just... Adjust something. Дайте-ка я кое-что поднастрою. I think it's this button. Yes, it's this button. Эта кнопка вроде, эта кнопка, да. Окей. This should be working properly. Это должно работать нормально. To be honest, if you try to play this this game with something except for just two controllers and a headset, it's a nightmare to work with. Ну да, честно говоря, если попытаешься запустить эту штуку с чем-то кроме как пары контроллеров и непосредственно шлемом, это целый кошмар для запуска. Игра пытается определить все, что угодно, как оружейный приклад. Окей, okay, I hope sound is okay. Окей. Okay. Ладно, все настройки мы уже заранее провели, так что... Думаю, можно продолжить кампанию. Окей, okay, let's continue. У нас... есть... Сохранение. Да, у нас есть сохранение. Fortunately, we still have a safe. Mm-hmm, there we go. Okay, поехали. So, from time to time I need to go back to this screen just to make sure that everything works fine. Извините за это, мне просто надо убеждаться, что все будет в порядке. Да. Yep, sounds seem to be okay. Mm-hmm. Эта зеленая штука — это наша камера. Мама.
И игра часто подолгу загружается. Я не знаю почему, но все игры именно этой конторы имеют крайне длинное время запуска, а порой и загрузочные экраны тоже. B. All slowly, I'm gonna take a sip. Gonna... Okay. Mm-hmm. This is fine. That's normal. Ah, it still loads. Oh, never mind. Oh, what? Yeah. Earlier we found a revolver and a cowboy hat. Ну да, у нас есть револьвер и ковбойская шляпа. И чертов УЗИ. Very nice. Two polar opposites. Not that much place for them. We're moving. Мы двигаемся очень медленно. Да, не важно. Можно двигаться быстрее. Окей, револьвер готов. Пушка готова. Патроны есть. Запускаем. Open the gate. Окей. Ничего не получается. Оу. Эй. Вот твою ж мать. Он начал двигаться. Вот твою ж мать. У меня нехорошее предчувствие. Оу, this is gonna alert the heart. Это явно их привлечет. Оборонительную позицию. Окей. Камера, она открывается. Оу. О, нё. Окей. Here we go. Нет. О, привет, Фадос, спасибо за визит. Они наехали на нас слишком быстро. Я не успел среагировать. Мы были не совсем готовы. Unfortunately, I wasn't ready for that. Но и привет, Фадос. Спасибо за визит. Рад тебя видеть здесь. Что ж, попробуем снова. Collect yourself, Walter. Окей. 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 Возможно, если мы встанем здесь, они соберутся в хорошенькую такую конго-линию. И с этой конго-линией мы сможем их хорошо расстрелять. Окей, попробуем еще раз. Shit, here we go again. Окей, ничего не получается. Вот твою ж мать. Вот твою ж мать. У меня нехорошее предчувствие. Заткнись! Ё-моё, голландец, закрой! Вот они. И теперь каждый Фредди вокруг тебя услышит. Отключайся, отключайся. Here they come. Воу. Автобус-то что вам сделал? А твою ж мать! Окей. У нас не так уж и много патронов. Если этого хватит. Окей. Нет. Нет. Сегодня ты меня не уложишь, приятель. Мои мизов. Да, с прицелом у меня не совсем хорошо.
Okay. Ох, черт, на ламу. Больше нет патронов. Оу. Well, goddammit. I don't think we have enough ammo to survive this. Я не думаю, что у нас достаточно патронов, чтобы пережить это. Мертвые должны быть мертвыми. Абсолютная правда. Может, попробуем поискать патронов в округе? Как нам повезет. Окей, надо навестить это место. Maybe they'll leave us some ammo as a gift. I think we ransacked this place already. Я оставлю себе шляпу. Что же нам делать? Nice, there's something left still. If only you could defeat zombies with tennis balls. Ooh. Это поможет. Nice. Окей. Ну, надеюсь, мы все еще найдем еще патронов. Как нам со здоровьем? Со здоровьем все в порядке. А. Кто в своем уме хранит жареные гамбургеры в файловых кабинетах? Пусто. Окей, запомнили, что мы сложили все хорошее сюда. Окей. Оу, yes. Найс. Nice. Даже, по крайней мере, у нас теперь больше пистолетных патронов и больше шансов. Еще я застрял. А, неважно. Принесем это дело поближе к нашему месту боя. We should take the high ground. Так, заодно заберемся повыше и посмотрим, можем мы найти еще там припасы. Вдруг нам повезет и... А, тут ничего нет. Absolutely freak... Never mind, неважно. Окей. Хорошо. Это хорошо. По идее, с высоты их будет обстреливать немного полегче. Но в то же время, я не думаю, что мы можем положить припасы туда. Ладно. Попытка номер два. Точнее, три. Убедимся, что это заряжено. А, и сюда. Есть. Окей. Окей. Ничего не получается. Гранат в руки. Твою ж мать. Вот твою ж мать. У меня нехорошее предчувствие. Ей-ха. Заткнись, ё-моё, голландец, закрой рот. И теперь каждый Фредди вокруг тебя услышит. Отключайся, отключайся. Окей. Мы можем. Мы справимся. We can do this. Рано. А, твою ж мать. Вот они, голубчики. Открывайся, черт тебя дери.
А ты как? О, нет. Нет. Нет, 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 нет. Сегодня ты меня не уложишь, приятель. Что ж, граната не сработала. Damn, this guy was tough. Okay. Ah. Okay. Граната не сработала. Instead of activating the grenade, I just kept switching it between hands. Looks like you need an empty hand to use it. Окей. Okay. Еще мысль. У нас есть несколько пистолетов, которые мы в целом не используем. Возможно, придется один все-таки выбросить. Окей. Okay. Выбросим только их. We cannot toss it out, aren't we? Then how the fuck do we gonna use grenades? Извините, каким хреном мы используем тогда гранату, если мы не можем выбросить пистолет? Окей, ладно. Мне кажется, лут в этих штуках один и тот же, да. Да, так и есть. Хм. Не. Не. Давай сюда. How do we use it? Как там ее... Оу. Да. Может, она декоративная? Куча ящиков с аптечками, но аптечек, конечно же, в этих аптечках нет. Мы можем лечиться только чистым мясом. Окей. Тут своеобразная интерпретация зомби. Тут и медленные, и быстрые ходоки есть. Видимо, все-таки лут немного рандомится, потому что сейчас у нас 80 патронов. Больше мы не нашли. Ну да, тут есть медленные, быстрые. И зомби с какими-то своеобразными наростами, которые как броня у них. Окей. Ничего не получается. А твою ж мать. А твою ж мать. Окей, после перестрелки я вспомнил один фильм, надо потом по нему поговорить. Заткнись. Эта мелодия начинает мне уже надоедать. Каждый Фредди вокруг тебя услышит. Отключайся, отключайся. Не подведи нас. Я рассчитываю на тебя. Окей, они пошли. А твою ж мать! Вот они, голубчики. Да, вот как она работает. Окей, подождем еще немного. Это было слишком близко. Нет, 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 нет. Ну, пока я меня это убил хотя бы одного.
Окей. Давайте. О, черт. О, нет. Окей. This is fine. Мы справимся с этим. It becomes difficult when they get too up close and personal to you. Я справлялся с этим раньше, я справлюсь с этим и сейчас. Окей. Okay. Пока мы теперь вспомнили, как использовать гранату. Так что некоторых из них мы можем подорвать. Окей. Okay. Окей, okay, это все в порядке. И к папочке. Окей. А, тут уже ничего нет. Пусто. Гранату в руки и пошли. А, бой. Окей. Ничего не получается. А твою ж мать. УЗИ, конечно, хорошая штука, к сожалению, патроны расходуют быстро. Заткнись! Е-мое, голландец, закрой рот! И теперь каждый Фредди вокруг тебя услышит. Включайся, включайся. Ну идите. А твою ж мать! Вот они, голубчики. Окей. Нет. Нет, 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 нет. Сегодня ты меня не уложишь, приятель. Оп. Уф. Окей. Окей. Фух. Уже лучше. Найс. Остались только остатки. Чищ. О, вау, хорошая каска. Давай, давай, поближе, поближе. Come on, come. There we go. Okay. Ничего себе. Полный улет был. Но я смог. Я сделал это. Надо идти. Давай. Окей. Окей, что ж, пойдем внутрь. У нас все еще остались патроны, это хорошо. Пещеру, это хорошая идея, но хорошие идеи кончились.
У нас больше нету выхода. Ну да. Вообще, помню, были самые разные интерпретации зомби во всех медиа. Помню... Так, в каких фильмах у нас были быстрые зомби? 48 дней спустя, вроде. И еще какой-то был фильм, в котором зомби были буквально текли целыми реками. Там тоже были именно быстрые зомби. К сожалению, я забыл название этого фильма. Но эпичное было зрелище. Окей. Убедимся, что мы полностью готовы. А. Вообще, помню, вроде первое упоминание зомби шло из легенд. Вроде в каких-то народах шаманы готовили специальный зомби-порошок, которым они отравляли людей. У этих людей создавалась видимость смерти, после чего их хоронили, а затем шаманы выкапывали их и подчиняли своей воле. И вроде как этому было научное объяснение, вроде того, что ввиду кислородной недостаточности в мозгу человек теряет свой разум и становится легко управляем. Ну или легко поддается манипуляциям. И, видимо, этим пользовались шаманы. Делали себе своих таких своеобразных рабов, которых они доставали из могил. Окей, что ж. Да, тут реально темно. Обой. Окей. Будет жутко. А. О, отлично, тут есть фонарик. Окей. А, отлично. Надеюсь, тут неплохо. Ага. А, черт. Окей, сойдет. А, нам пришлось выбросить пистолет, не так ли? А, заменим хотя бы на кольт, а не на... Сейчас там валяется, черт, я даже не вижу, какую пушку мы оставили. О. А, окей. Кольт хотя бы есть ночной прицел, так что... Уже сойдет. Окей. Пока будем стрелять с кольта. Забыл, как правильно держать... Таким образом... Не. Ба, не, с этими контроллерами боевое держание фонарика не выходит. Окей, не, так сойдет. Окей. Не, все-таки так лучше. Окей. Будет немного жутковато. Finally, it becomes a horror game. Well, kind of. Надеюсь, тут нет никаких ловушек. Генератор. Неплохо. Может, это еще работает. Не открывать, да. Да, у тебя была причина для этого, наверное, но не тебе учить меня, что делать. Let's get rid of those guys just in case. Окей. Окей. Куда же нам идти? О, заперто. Конечно же. Ручной стартер. Наверное, следует дернуть за веревочку. Окей. Запустим его. Давай. Есть. Работает. Эй. Там будет свет. Лучше. Угу. Окей, пойдем дальше. Поднимись наверх, наверх.
Леди и джентльмены. Леди и джентльмены, тут находится еще больше ста... Оу, этот пистолетик здорово выглядит, глянь-ка. Ну, они так говорят, в случае аварии... У нас уже, к счастью, есть в руках револьвер. Мы можем взять второй, но это будет не особо круто. Она буквально пытается заставить меня менять оружие, но мы его уже сменили. Great, the game bugged out and now we cannot see our weapon. А, все, теперь можем. Окей. Зайдем внутрь и посмотрим, что внутри. Только где здесь вход? Да, заодно избавимся от этого приятеля. К сожалению, оружия ближнего боя тут нет. Хотя, учитывая то... Воу! Он притворялся медленным. Вот поганец. Мне кажется, эта локация будет ужасно тяжелой. Точно, мы же можем вынуть патроны отсюда. Эй? Окей. Стрели патронов. Грабался с мамо. Чищ. Но все равно лучше пока будем пользоваться кольтом, потому что у него гораздо удобнее прицел. I hear them like they're nearby, but why? Должен пойти сначала, а? Туда или туда? В любом случае, дорога темная. Мне это не нравится. Грибоголовый из Last of Us. Окей. Он был не такой уж проблемой. А, подбородок. Он целится в мозг. А не в подбородок. Кажется, люди тут лагерь разбили. Давай-ка посмотрим, не оставили ли они чего-нибудь нужного. Окей, спокойно, спокойно, дедуля. Easy, grandpa. Окей. А, не видно, чтобы было что-то полезное. Как кто знает. О, Глок. Черт подери, это будет круто, если он с... Да, он с ночным прицелом, отлично. А? О, фак. О, нет, только не говорите, что... А, капибара зависла. Чёрт. Сейчас проверим её. Нет, не так. Извиняюсь за это. Скример не вышел. Ды. Эх, капибара подвела ты меня. О, ничего не хочет работать сегодня нормально. Почему ты не работаешь? Ну и хрен с ней, она хорошая. Я хочу, чтобы она работала.
Нет. Рыбалка хотя бы работает. At least fishing works. Да, рыбалка работает. Думаю, что мы выловили. Ай, блин. Заодно немного выпью. Тапок. Я достал тапок. О, подожди, что-то редкое поймало. Ну-ка посмотрим. Шримп. Классно. Шримп. Окей. Ладно. Это сберу. Ну да. Интересный факт о пистолете Glock. Несмотря на то, что это один из полуавтоматических пистолетов, он отличается довольно хорошей надежностью. Даже несмотря на то, что большинство компонентов Glock сделаны из крепкого полимера, то есть именно из хорошего пластика. Ну да. Этот пистолет по большей части состоит из пластика, и тем не менее он отличается высокой надежностью. А заодно он отличается еще и... Ух. Классно. Мы не будем это надевать, мы оставим себе шляпу. Да. Помимо высокой надежности, он еще и славится довольно хорошей обоймой. 15 патронов и порой больше. В основном за счет того, что он использует двухрядовый магазин. Точнее, double stack магазин, как он называется по-английски. Именно вот, например, в том же кольте в обойме пули выставлены, как? Пули выстраиваются в один ряд. В то время как в магазине Glock они разложены в два ряда, которые немного друг с другом так вот соприкасаются. И за счет этого получается вмещать гораздо больше патронов. Вот как раз вот сейчас я продемонстрирую. Вот, например, типичный однорядный магазин. В нем пули таким одним рядом выставлены. В то время как магазин Glock, он немного шире, он также сужается кверху в одну штуку. Но внизу у него как раз вот достаточно места для двойного ряда, что позволяет вмещать больше патронов. Не скажу, где используют оружие, напечатанное на принтере. Ну да, помню, какое-то время шла охота. Ключ. 100%, что эта штука откроет ту дверь, на которой написано не открывать. Фак. А, черт, у нас, похоже, кости. Да, так и есть. Он автоматический. Можем ли мы сменить режим стрельбы у него? Нет. А, вот. Как раз то, о чем я... А, черт. Еще ребята. С этим целиться немного тяжелее за счет обычного прицела. Окей. Сейчас позаботимся. Я не понимаю, почему они в касках. Эта леди не похожа на кого-то, кто постоянно раскатывает мотоцикле. Тем не менее, у нее мотоциклетный шлем. Решил так, в качестве особой модной нотки надеть. Да, особенность револьвера в этой игре в том, что он убивает с двух выстрелов в тело. Окей. О чем я говорю? Да. Вот как раз вот видите, пули в обойме для Глока расположены в два ряда. Как раз вот за счет этого и возможность вмещать больше пуль. Есть автоматические варианты Глока, как вот, например, этот
Я не могу сказать точные номера модели. Но можно еще и некоторые... некоторые полуавтоматические варианты Глока перемодифицировать в полностью автоматические за счет установки небольшого переключателя вот сюда, на заднюю часть, как раз где отбойник находится. Однако пистолеты, модифицированные таким образом, становятся практически неуправляемые, и ни о какой точности даже речи идти не может. Из-за отдачи пистолет несет во все стороны, и ты скорее прострелишь весь потолок, нежели попадешь в кого-нибудь. Кости, гости. Ну да, я помню, какое-то время США, ФБР вели целую войну с напечатанными на 3D-принтере пистолете. Я не помню, как он назывался, но какой-то умелец смог при помощи 3D-принтера действительно напечатать однозарядный пистолет, который вполне... Ну как? Который действительно был способен произвести выстрел и убить человека. Он вроде назывался Либератор. Ну или, по крайней мере, что-то вроде того. Да. Это был пластиковый однозарядный пистолет, в котором... Как? У него была довольно большая основа с рукояткой. И вперед этой основы вставлялся сменный ствол с пулей. И затем после выстрела ты либо выбрасывал весь пистолет, либо заменял ствол на новую пулю. Окей, все понятно, все нормально. И насколько помнил, за основу вроде была... Так, даже не за основу, а вдохновением для этого пистолета наделись эти ребята. Как вообще туда попасть? А, может, найдем выход где-нибудь еще. Ну да. Сейчас пройдем мимо двигателя, я это расскажу. Еще одна гремящая штука. Ни хрена не видно. Спускайся, жопа. Ну уже. Скудник. Так, еще раз. Есть. О, привет. Окей. Чёрт, их тут много. Окей. Эта штука, к сожалению, расходует патроны слишком быстро, несмотря на удобство. Пока они смогут сломать эту дверь. Проблемка. Угу. Может, мы можем как-то... Да, мы можем. Ауч. Так, думаю, любую проблему можно решить взрывом. Yep. When in doubt, blow it up. О, ты высокий, дедуля. Окей. О, еще пошли. Эй. А я попал. Бедолага, даже до зомби не дожил, сразу стал скелетом. О май гад. Фак. Окей, давайте определим все-таки, какие патроны. Фак. Черт. Либо фонарик, либо оружие. Что за паскудство?
Дробовик. Окей. Какие патроны все-таки использует Глок? Пистолетные. Окей. Ладно. Прощай, Глок. Привет, дробовик. Наверное, будет лучше, если мы заполучим себе пушки всех, которые используют патроны всех типов. Знаешь, что ты будешь первым испытуемым. Найс. Very nice. Уничтожен. Они хитрые азиаты, печатают, делают из говна и палок оружие, которым успешно воюют. Вау, интересно. О, фак. Окей, спокойно, крутой чел. Нюк. О боже, еще один удар, мой Мухтар. Черт, как же я ненавижу такие темные пространства. Особенно в VR, это буквально ночной кошмар. Вы даже не можете себе представить, как это жутко больно. Окей. Для дробовика эта штука невероятно маленькая. Ну да, как я уже говорил. Секундочку, что это? Оу. Я даже не думал, что заскучаю по тебе, брателло. Оу, тут дверь. А, нужен ключ. Заперто. Снова. Как же ненавижу такую темноту. Больше света бы не помешало. Фак. Окей. Это крайне упоротый способ прицеливания, но он работает. Есть. Окей, включим эту хрень. Ну, уже работай. Мне кажется, он работает только если я заряжаю его левой рукой. Есть. Ба-ба-ба-ба. Окей. Да, не особо много света это добавило. Слушай, хотя бы есть места, которые мы можем исследовать. Оу, привет, друг. Ага. Прям промеж брони. Ух. А, это всего лишь наш мертвый друг. Эй, в холодильнике должно быть что-то хорошее. А. Дай сюда. К сожалению, наш герой питается только мясом от гамбургеров. И ничем больше. Я надеюсь, мы выберемся из этой пещеры как можно скорее. Окей, мы быстро его нашли. Еще маски, но не знаю. Я как-то предпочитаю шляпу, которая на мне сейчас. Угу. А, зажигалка. Мы не можем ее взять. Можем, но я ее уже уронил. Найс. Окей, пойдем исследовать дальше. Так, ну да. О чем я там говорил? А,
поводу однозарядного и одноразового почти пистолета. Да. Во время Второй мировой войны американцы, кажется, еще и британцы... Так, специально для сопротивления. Окей, лифт. Вот так. Как я выберусь. Надеюсь, он еще работает. Нужна ручка. Хорошо, мне надо будет найти ребенка, чтобы открыть эту дверь. 100%, что эта штука подает питание на лифт, но... тут нужна рукоятка. То есть нам надо найти два предмета. Ну да. В общем, американцы, кажется, еще и британцы специально для сопротивления во время Второй мировой войны с самолета сбрасывали... пистолеты под названием Либератор. Это были вот примерно похожие конструкции. Дерьмовенькие пистолетики. Однозарядные. И основной целью этих пистолетов было... добыть оружие получше. То есть предполагалось, что ты используешь... этот пистолет, подкрадываешься... Погоди. Фред, это ты? К противнику... Что ты натворил в этот раз? Разозлил кого-то, да? Стреляешь в него из этого дерьма пистолета и забираешь его оружие. Но потом они все-таки решили, что гораздо более разумной идеей будет сбрасывать бомбы, нежели дерьмо пистолеты. Так, спасибо, Фред. Бедолагу проткнул рукояткой. Они идут. Черт возьми, Фред. Тебе обязательно надо будет чистую семейку притащить. Какого черта, приятель? Просто пытаюсь охолонуть немного. Может, ты и я... Ох, фак. ...вместе легкая тусовочка, но нет, мне надо всю семейку притащить. Да ладно тебе, брат. Я просто говорю, просто хочу охолонуть. Окей, окей, все хорошо. Мы бьемся отсюда. А, черт, это тупик. Ладно, мы обороняемся здесь. Отступать некуда. Окей. Никого сзади? Никого. Отлично. Избавим его от мучений. Окей. Как же их много. Отлично. Окей. Мы можем с этим работать. Успокойся. Я просто хочу тебе помочь. I'm just trying to help you. Говнюк. Ляжку укусили, и я сдох. Ненавижу темноту. Кто вообще подумал, что такая темнота для VR-игры будет хорошей идеей? Погоди. Нет. Темно... это ты? Темнота порой раздражает... Что ты натворил в этот раз? Разозлил кого-то, в играх, да? На ПК от первого лица. Но в VR эта темнота еще большая жопа. Как же мы с этим справимся, а? Окей. Ладно. Ладно. Ладно, следующий. Мы пришли оттуда, ведь так? Попытаемся вернуться туда. Сразу же.
Там гораздо больше пространства для сражения, и мы сможем заманить их в бутылку. Окей, бежим. Так. Спасибо, Фред. И свет выключился, конечно же. Черт возьми, Фред. Тебе обязательно надо было всю свою семейку притащить. Невидимая стена, какого черта? Они поставили невидимую стену. Может, ты и я просто немного времени вместе легко тусоваться, но нет, тебе надо всю семейку притащить. Да ладно тебе, брат. Я просто говорю, просто хочу охолонуть. Окей. А, я тебя слышу. Разделался с ними, пока они не стали больше проблемой. Окей. Хорошо. Высокие ребята пошли. Некоторые из них почему-то рандомно становятся быстрыми. О, фак. О, нет. Нет. Дерьмо. Окей, мне надо немного передохнуть. Нет, Фред, это ты? Фред, что ты натворил в этот раз? Разозлил кого-то, да? А, блин. Самое ужасное место в этой чертовой игре. А, окей. Этот фонарик ни хрена не помогает, потому что у него область... Подсвечивание ужасно низкое. Просто кошмарище. Ба-ба-ба-ба. И они не дают нам выйти в нормальное освещенное пространство. Они ставят перед нами невидимую стену, чтобы мы этого не сделали. Ладно. Посмотрим это место. Везде тупики. Без чего-либо интересного. И они хотят, чтобы мы сражались в центре, где нас постоянно окружают. Придется просто съесть пулю и... Спасибо, Фред. Держаться. Черт возьми, Фред. Тебе обязательно надо было всю свою семейку притащить. Какого черта, приятель? Просто пытаюсь охолонуть немного. Может, ты и я просто немного времени вместе легкая тусовочка, но нет, тебе надо всю семейку притащить. Да ладно тебе, брат. Я просто говорю, просто хочу охолонуть. Часов.
Окей. Есть. Найс. Работает. Так. Окей. Их там еще много. Черта. Сколько их там еще? Окей, я сделаю это быстро. Я соврал. Твоя вина, что у тебя такая крепкая башка. Это было ужасно, но мы это пережили. Ой, как? Эй! Злая Мандарика, привет, спасибо за визит. Вспомнил видос. Какой же интересный видос. Скинь потом в Дискорд, может быть. Поделись с классом. Что ты там вспомнил? Окей, теперь в запретную зону. Окей, мне это не нравится. Хотя у меня есть фонарик, так что сделаем это. Да, фонарик только ни хрена почти не освещает. О боже, они еще и пропасти добавили. Даже зомби не особо могут разбираться в этой... в этом дерьме. Вы издеваетесь. Кстати, раз Фадо начала рассказывать, я вспомнил одного оружейного эксперта, который анализировал своеобразные китайские калашниковы. А, черт. Дрянная экскурсия. Я обязательно подам жалобу в клиентскую службу. Очень смешно, ублюдок. Про 3D-пушки в Азии. Скажу так, у них там прям хороший такой поток.
больше уже вредно. Понятно. Ну так вот, один оружейный эксперт анализировал и проверял Калашникова из Китая. И вроде бы все было хорошо. Затем... А, фак. Че ж я так мажу, а? Затем он осознал, что у китайских калашниковых есть одна интересная фича, которых нету ни буквально ни у одного оружия, которое он когда-либо держал в руках. Китайские калашниковы загарантированно заклинивают, если ты целишься вверх. Да. Вот по какой-то причине... Я не помню, какая конкретно модель Калашникова это была. Мне кажется, это были как раз эти своеобразные булпап Калашниковы от Китая. Если вот так вот направить их чуть повыше, вверх, у них что-то съезжает таким образом, что они гарантированно заклинивают и не способны стрелять. То есть, если потенциальный противник займет высоту, то все. Считай, что они безоружны. Окей. Я вижу ящик с патронами. Черт подери, как... Тот, кто придумал сделать уровни с темнотой в VR, настоящий садист. Он, наверное, думал, что это будет офигеть как крипово и атмосферно, но вместо этого это просто надоедливо. Оба-на, лебедка. Раньше она помогала. Окей, поддержка со мной. Окей, УЗИ. Интересно, что лучше. Где они там? Черт, я его... А, вот ты где, дружок. Иди-ка сюда, детка. Вот тебе конфетка. Какой же ты надоедливый ублюдок. Ох, фак, у нас нет патронов. Охренеть. Наконец-то. Мне нравится больше внешний вид этой пушки. For fuck's sake. Окей, забрали. Только никакой волны зомби, пожалуйста. Ну, а мне и так тяжело. Так, где-то я видел тут коробку с патронами, или мне казалось? А, вот она. Окей. О, генератор. Запускайся, кусок дерьма. Он точно запускается только с левой руки. К какому пути пойти? Хрена не вижу. Окей, оп, тут обрыв. Доберусь. Что ж, нужно найти другой путь. Так. Ну, насколько я знаю, калаш в Китае идет чисто на экспорт в США в основном. А в армии давно QBZ на вооружении. А, понятно.
Вообще, рынок США заполнен огромным количеством калашниковых самого разного качества сборок. От что-то, что почти полностью повторяет советский образец как по виду, так и по качеству, до обрезанных кусков дерьма, которые буквально взрываются, разлетаются на части у тебя в руках при стрельбе. Я помню, кажется, Брэндон Харрера как-то показывал калашников, у которого вся передняя часть вылетает вместе с пулей, потому что она ничем не закреплена. Опа. Ну да. Дело в том, что вроде как в США... Сейчас скажу. Тут шумно сильно. Я своих мыслей не слышу из-за этих двигателей. Не это. А, щит, его галоген. Это не весело. Это не весело. Ну да. Дело в том, что вроде как какое-то время, ну или, наверное, до сих пор сейчас, официально... Фак, эти двигатели. Ладно, возьмем УЗИ. Идеально подходит. Спасибо. Наконец. Окей, понеслась. А, вот кто мне спину разгрыз. Они могут еще и по заборам лазить идеально. Твою ж мать, Фред! А легко ничего не дается. И зачем вы, парни, сюда спускаетесь? Эта экскурсия отстой! Окей, окей, все в порядке, все в порядке. This is fine, this is fine. А? Я сломал им поиск пути. Я сломал им пафайдинг. Yes! Мы нашли идеальную точку, на которых у них ломается поиск пути. Теперь нам надо просто прошмыгнуть в этот лифт и запустить его. Оп! Сайонара! Эй, пока, пыльная шахтёнка! Yes! Я больше не вернусь. Эй, Зикор, привет, спасибо за визит. Чиш! Окей, мы зачизили этот энкаунтер. Найс! We found a sweet spot in which zombies get confused, they cannot and cannot find a pathway to us. О боже. Ну, знаю, что у Брэндона большая коллекция калашей, плюс его мастерская работает над сборкой правильных калашей из частей. Да, точно. А также вроде Мэтс Ранчо в начале этого конца прошлого года. Купил себе калаш с автоогнем, то ли полностью советский, то ли китайский. Сейчас не вспомню. Да, надо потом глянуть. Просто я вспомнил, что в США вроде какое-то время, да или, наверное, до сих пор, нельзя было провозить полноценные калашниковые, можно было именно только оружейные наборы. И каждый, кому не попадя, делал из этих оружейных наборов, что попало. Оттого и получалось порой, что в США собирали наидерьмовейшие калашниковые, которые только возможны. Которые были большей опасностью скорее для стрелка, нежели чем для того, кто в кого они стреляют. Эй, патроны, как благодар, как разумно. Думаю, этого нам больше не понадобится, поэтому мы сможем это дело заменить. Окей. Ну, каска. Нет, спасибо. Шляпа мне сойдет.
А шляпа мне как раз. О, какая у нас классная шляпа. Уэй. Серьезно? Два ящика патрона и в ней только одна обойма? Собакали. Тоже про это слышал. Ага, ну да, значит я не ошибся. Фух. О, свет. О, не думал, что скажу это, но я по тебе скучал. Я скучал по тебе, солнечная Аризона. Свежий воздух. И поезда. Я люблю поезда. I like trains. Окей. Жаль, мы не можем бить этим фонариком. Учитывая то, насколько некоторые из этих зомби медленные, дубасить их чем-нибудь тяжелым или же пикать копьем или ножом было бы вполне благоразумно. Окей. Давайте подходите ближе, come closer. What am I doing? Что со мной не так? Я только что сократил этой скотине подбородок. Окей, теперь я сократил ей мозги. Окей, эта скотина бронированная. Тоже не помогло. Воу! Воротливая скотина. Короче, верчу, запутать хочу. Бум! Найс! Эти ублюдки способны хорошо жрать пули. Помимо мозгов. Окей. Мы сильно растрачиваем патроны и здоровье. Эх. Walking Dead, Saints and Sinners, я бы таких турков с револьвером бы сейчас сделал. Серьезно, мне гораздо больше нравится, как... было организовано обращение с оружием в Saints and Sinners. Там можно было целые трюки выделывать. Ну, по крайней мере, как. Я мог их выделывать. Потому что там можно было просто отпустить пушку, пустить ее летать в воздух, а затем резко поймать ее в воздухе и прострелить кому-нибудь башку. Но пока что приходится довольствоваться этим. Даже пнуть бедолагу не можем. Окей. Эй, смотрите-ка, что у нас тут. А. Оу. Ну ладно, хватит подкрадываться ко мне. Хорошая штука. Вроде как в пистолеты этого типа кладутся патроны большего калибра, чем обычные. О, нет. Но в этой игре револьвер вроде самое мощное по урону оружие. Так что оставим его. Так, больше там ничего не было. Хотя, знаете, почему бы нет? Oh.
Фонарик нам все равно пока не нужен будет. Надеюсь. Окей. Let's see if we can find something useful here. Wow! Самое великолепное хождение по лестницам в играх. Лучше, чтобы она на меня не рухнула. Отличная кепка. Жаль, у тебя теперь только полбашки. Все выше и выше и выше. Открывай дверь. Утя. Ха! Оу. А паскуда. Ну, забавно. Хотел ударить меня рукой и забыл, что руки-то нет. Ей! Утя. Ха-ха. Класс. Подержим ее пока у себя. О, что-то было. Бутончики. Такой хороший молоток, жаль. Хм. Почему бы не попробовать? Утя, да. Ну же. Фак, нас ваншотнули. Эх. Что скажешь, Утя? Да. Это уже мнение. Фух, черт. С непривычки я уже немного умотался. А мы только полтора часа. Боюсь, это будет коротенький стрим. Сейчас я немного выпью еще. О, блин, с самого начала. С самого начала всего этого. Ёп-ёп-ёп-ёп-ёп-ёп-ёп-ёп-ёп. Окей. Я положил пистолет на... Ой, я положил контроллер на диван и случайно выстрелил. О, боже. Ответственное обращение с оружием, Волта. Окей. Давайте-ка я выпью. Где у меня... Надо кое-что проверить. Хм. Интересно. Мы абсолютно невосприимчивы к пулям. Круто. Так, из-за того, что мы растратили пули, думаю, лучше перезапуститься с контрольной точки. Как мы перезапустимся с контрольной точки? Свет. О, не думал, что скажу это, но я по тебе скучал. Я скучал по тебе, солнечная Аризона. Эй, это название игры, солнечная Аризона. Поезда. Я люблю поезда. Нога.
Окей. Нас загрызли за пятки. Ну да, до тех пор... Да... Как? Пока что до сих пор моей самой любимой зомби-игрой в VR является Saints and Sinners. Серьезно, там боевка, выживание и обращение с оружием были невероятно приятно сделаны. Серьезно, стрельба была просто удовольствие. И еще. Забавный факт о Saints and Sinners. В трейлерах часто фигурировал... я забыл, как его звали. Кажется, Ярик. Да. В общем, во второй части Saints and Sinners была штука по типу Немезиды из Resident Evil. И в трейлерах постоянно говорили, что... Ну как, показывали, что... Во время ночных рейдов эта огромная паскуда будет охотиться за тобой с топором. Свежий воздух. И поезда. Я люблю поезда. Да. И во всех трейлерах показывал, что этот ублюдок будет охотиться за тобой по ночам и будет ужасной опасностью. Но мы его ни разу не встретили за всю игру. Ну как, мы его ни разу не встретили именно во время ночных рейдов. Каждый раз мне казалось, что он рядом. И мы удирали. А потом, как оказалось, мне не казалось. Он действительно был рядом, просто мы всегда убегали как раз до того момента, когда он нас находит. Мы играли слишком осторожно и в итоге его ни разу не встретили. Точнее, не стриггерили встречу с ним. Из-за того, что мы слишком много осторожничали. Так. Нога. Контрольный в жепу. Бибиди-бабиди... Бум. Почему я стреляю точнее, когда я творю всякую фигню? Тебе с какой? С левой или с правой? Насмешка. Улучшает точность. Стоит ли нам туда соваться или нет? Все равно мы этот пистолет... Ну, хотя нет, возьмем. Ип, ип. Скорее всего, этот ящик для второго игрока. Тут же есть кооператив. Парни, ну ладно. Хватит подкрадываться ко мне. Окей. Пойдет. И сюда. Окей. Ладно. Доберемся до контрольной точки. Наверное, до сегодня закончим. Пам-пам-пам. А еще забавная штука у нас произошла во время того, как мы играли в Saints and Sinners. С этим Яриком ближе к концу игры потом происходит босс-файт. И основная мысль этого босс-файта состоялась в том, что его надо хреначить взрывчаткой, а затем, после того, как ты достаточно захреначить его взрывчаткой, надо стрелять ему в мордас. Лучше, чтобы она на меня не рухнула. И в итоге я так интенсивно стрелял ему в мордас, что случайно скипнул весь его диалог. Оказывается, в конце боя с ним должен был быть диалог, во время которого можно было дать ему шанс выжить и пощадить его. Но вместо этого я настолько усердно стрелял ему в башку, что этот диалог автоскипнулся, и он сдох. Можем ли мы прострелить стекло? Да, можем. Ау, фак.
Окей. Так. Черт, я хотел так много всего рассказать, но... Эта игра меня настолько вымотала, что я даже не способен толком ничего рассказывать сейчас. Мне кажется, вторая часть игры будет гораздо лучше и гораздо приятнее на прохождение. Ведь так, Кутя? Я так и думал. Пусто... Патроны. А. Черт, их масса. Так, ничего не получается. Есть мысль. Мысль тупая. Но для начала, в любом случае, надо посмотреть другое место. Жаль, похоже, тут ничего нет. Или есть? Найс. Хе-хе. О, а столы-то. О май. Зацени, Утя. Я тоже рад. Найс. Наконец-то что-то поприкольнее. А. Маска Джейсона. Точнее, хоккейная маска. Не знаю, мне все еще понравилась до сих пор моя шляпа. Слышишь, как они кряхтят там? Да, я о том же. МП-7, точно. Я забыл просто название этой пушки. А, у. Отлично, это тоже можно есть. У нас, кстати, в округе продаются такие вот сосиски. Классные штуки тоже могут храниться довольно долго и вкусные. Но при этом часто бывают острые, и они в основном... Ну да, естественно, они сильно соленые. Дик. Найс. Теперь у нас не особо проблемы с патронами. Окей. Пошли отсюда, Утя. Нам надо двигаться дальше. Они знают, где мы. Фак, они заняли всю дверь. Хотя это значит, что их можно будет легко ушатать с дробовика. Эх, была бы у нас граната. Окей. Да, так-то лучше. Мадафака. Выходит, немного забавно, будто чат — это слова Ути. Легче не падать. Смотри, куда идешь. Оставь записку, чтобы починили крышу.
О, фак. Да ладно, Фредди, вы идиоты совсем, что ли? Давайте воевать на твердой земле. Нет? Окей. Они еще идут. Она поняла пулю в башку, спокойно. Непостоянство урона. Ладно. А? Радио. Твою ж мать, это что, еще одно радио? Подожди пока здесь. Давай, давай, работай, работай. Черт, это по-настоящему. Сигнал становится сильнее, я подхожу ближе. Найс. Оу. Эй, кто бы там ни был. Надо посмотреть, кто там на нас смотрит. Поглядим, сможем ли мы вместе повыбивать мозги. А. Не видно, кто там. Жаль. Черт поди, эта штука слишком высоко. А, не важно. Можем ее просто взять. Найс. Отлично. Хорошо. На удивление, снайперская винтовка реализована хорошо. Даже VR-версия Хитмана не смогла нормально передать снайперку. Эта игра смогла. Задолго до версии. Версии Хитмана. Но серьезно, VR-ный Хитман такой говнище. Все, что можно было сделать криво, они сделали криво. О, много патронов. Найс. Ложись, в тебя целится снайпер. Мне кажется, он целится не в нас. Он целится за нас. Эй, бро. Не будет же он стрелять в единственного разумного человека на несколько километров в округе. Хотя, кто их знает. Люди не на такое способны порой. Так. А, вот он куда дальше. Что ж, тут я могу сесть на поезд. Похоже, наш снайпер убежал. Эй, мы смогли избавиться от всех зомби... Окей, спокойно. Мы смогли избавиться от всех зомби в округе. Ну, у нас теперь полно пистолетных патронов. Неважно, естественно, они должны добавить еще. Oh, for fuck's sake. О, твою ж мать! Вот они, голубчики. Ну, давайте, идите. О, рука. Эй, заплати за билет. Ты не заплатил за билет. Ты забыл заплатить. Нет, мы не терпимы к зайцам.
крыше поезда перестрелка. Yes. Классная штука. Я понимаю, это не локомотив на скорости, но все же классная штука. Эта штука не двигается, и она не будет двигаться, потому что этой штуки нету машиниста. Машинист, скорее всего, сейчас гниет либо в кабине, либо гниет сейчас наверху поезда. А запуск локомотива — это настолько сложная процедура, что локомотив толком никогда не останавливается на самом деле. Точнее, никогда не выключается. Эй, Фред, он почти всегда запущен. Что ты делаешь? Расслабляешься? Ёлки-палки. Надо бы поработать над шутками. Окей, окей, ладно. Окей. Скидуду, скидай. О. О, фак, у нас кончились автоматные патроны. Я, наверное, смогу там встать. Да ладно. Да ты шутишь. Ха, у меня мысль. Тут не пройдешь. Тут что-то хотя бы есть? Ты можешь тут пройти, просто подними ногу, паскуда. Подними ногу. Окей. Так, давайте сюда, сюда, сюда. Ну уже, ближе. Давайте. Так, хорошо. Давайте чуть ближе. Если честно, я просто не хочу тратить на вас патроны. Окей, хорошо. Спасибо за кооперацию. Окей, найс. Просто филя. Пусто. Окей, пошли вверх. К счастью, по лестницам эти ублюдки карабкаться не могут. Помню, в первой бета-версии Project Zomboid я в основном так и выживал. Находил лестницы с... Находил здания с большим количеством лестниц, желательно какие-нибудь небоскребы или офисные комплексы, и зомби просто... Зомби могли попасть на второй или даже третий этаж, но четвертый и остальные для них уже было слишком... сложные, они просто путались. Завод, наконец-то! Вот оно, отлично. Так вот, откуда они ведут передачи. Окей. Мы туда попадем. Окей. Еще одна снайперка. Найс. Тут подозрительно много места. Окей. Еще один мертвец со снайперской винтовкой. Вы, ребята, довольно отвратительны. Оба-на. Ключ. Отлично. Беру. Я покажу тебе, как это делается. Окей. Okay. Ай, слишком далеко. Окей. Они слишком далеко от бочки, чтобы ее использовать. Поэтому стреляем так. Ты это видел? Это ты? Ты это видел? Потому что это было потрясающе. Окей. Я без понятия, сколько патронов осталось в этой штуке, но надеюсь, еще достаточно. Блин, несколько промахов. Остался последний. Черт, он скрылся. Ладно, добьем его так. Окей. Кстати, скоро еще выйдет
VR-версия игр Snipe... как? Zombie Army. Ууу. О май. Пистолет с фонариком. Берем. Пригодится, пригодится. А, черт, там будет еще одна пещера, не так ли? We got a flashlight pistol, that means there will be another dark place, isn't it? А, вот ты где. Я тебя повсюду ищу. А, тебе повезло, это была не та бочка. Твою ж мать, черт побери, я начинаю ненавидеть темные сырые тоннели. Все же кажется, что это единственный путь. А тебе они изначально нравились, паскудник? Сейчас у нас теперь есть это. Flashlights. On guns also doubles as a aiming device. Oh, sometimes. Okay. Okay, контрольная точка здесь. Пытаюсь добраться до главного меню. I'm trying to access the menu. But... Ah, you know what, fuck it. Не могу никак добраться до менюшки, поэтому... Сделаем так. Окей. Да. Извиняюсь за короткий стрим, но боюсь, я уже с непривычки устал. Поэтому на сегодня, пожалуй, все. В следующий раз, когда мы будем стримить VR, я подготовлюсь немного получше, и мы сможем постримить гораздо дольше. Да. Сейчас надо кое-что только сделать. Окей. Странно, почему эта штука не прячется. А вот, все. Так-то лучше. Ух. Окей. Что ж, хотя бы мы смогли пройти самую паскудную часть этой игры. А, пока, хорошего отдыха. Спасибо. Эх, к сожалению, капибара сегодня почему-то не работает. Я пытался несколько раз ее починить, но приношу свои извинения. Очень жаль. Окей. Давайте-ка попросту откроем старый добрый Twitch и посмотрим, кого мы можем навестить сегодня. Надеюсь, в следующий раз игра не будет так вредничать и остальное, да. Окей. Anime for Days. Примет сейчас. Смотрим, кто еще. Карби. Там Спуни. Окей. Оу. Чокоминт. Чокоминт нам редко удается навестить, поэтому когда у нас есть возможность, лучше это сделать. Англоязычный стример, но довольно хороший человек. И да. Я вас навестить уже давно. Ух, окей. Серьезно. Я много чего хотел рассказать и много о чем поговорить во время этого стрима, но, к сожалению, меня настолько вымотало, что я толком ничего не смог рассказать. Окей. Ладно.
спасибо всем огромное за то, что были со мной сегодня. Я рад был вашей компании. Так что, с вами был Уолтер, и всем пока. Увидимся в следующий раз. Окей, okay. Bye-bye.